отряд делал засаду, отбивал эту соль. Сталин капут, Рус капут, Москва капут, все капут. Она в крови от своих детей прибежала. У горячки, это ж если не ты его, так он тебя. Костко Виктор Федорович. Место рождения. Деревня Новый Городок Кировского района Могилевской области. Воинское звание. Рядовой. Должность. Оператор войск ПВО. В рядах рабоче-крестьянской Красной Армии состоит с 1944 года. Я рос в дисциплинированной семье. При строгом отце и при очень заботливой и доброй маме. Отец лесник был, в лесничестве работал. Мать в колхозе. Старшие братья и я учились. Молодежь получает в школе всестороннее образование, необходимое гражданину социалистического общества. Память у меня была хорошая, знал все окрестности, леса, тропки и стежки, дорожки. В 6 лет уже имел поручение или телят пасти, или пчел караулить. Я закончил в 41-м году 7 классов с отличием. 22 июня 41-го года это был жаркий день. Я в лесу был вместе, значит, с старшим братом и с соседней мальчишкой. И когда мы возвращались уже где-то в 14 часов из леса, то тут вся уже деревня, женщины уже плачут, значит, шум, все, война. Фашисты напали на нас. Войну мы узнали уже 26 июня 1941 года. Из Бобруйска на Могилев шли толпы беженцев. В основном это евреи и жены там командного состава активисты. Никакой военной техники, ничего на дороге не было. И налетали мессершмитты бреющим полетом, с пулеметов расстреливали вот этих безвинных людей. Мы видели, ну, это метров 150, все, ну, фашисты есть фашисты. Делали второй заход, и повторно там кто-то еще двигался, значит, расстреливали. Вот тут-то мы поняли, кто идет на нашу родину, потому что расстреливать мирных людей – это уже сразу видно зверство. Вот. Ну и услышали эту песню «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». И эта песня, ну, вошла в душу действительно, что надо вставать на смертный бой. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. «Священная война» – патриотическая песня периода Великой Отечественной войны. Музыка Александра Александрова, слова Василия Лебедева-Кумача. Впервые песня была исполнена 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале группы краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР. С 15 октября 1941 года «Священная война» стала ежедневно звучать по всесоюзному радио. Танки, мотоциклы заходят в деревню, оккупируют все колодцы, выгоняют жителей куда хочешь, там сарай, где раздеваются, ну и вот этот крик, гам и все прочее. То есть сразу видно, что пришли оккупанты. Они были все самодовольные, ну такие бравые.
высокомерие. Вот, значит, все, Сталин капут, Рус капут, Москва капут. Значит, все, все капут. Воду мы брали, там речушка Добосная, потому что колодцы, они не пускали никого. Вот. И где-то 10 июля один из фашистов пришел, забрал у нас ведра. Вот. А потом вечером, где-то уже в 19 часов, видимо, команду получили уезжать, а ведра не возвратил. Мама говорит, как же мы без ведер будем жить в деревне? Ну, я решил, значит, как-то ведра эти вернуть. Вот подхожу, телега, он там ковыряется, все. Я эти ведра ухватил, ну, пока он там за винтовку хватался. Или бежать, я быстрый, спортивный мальчишка был. Вот, я с этими ведрами убежал километра два по ржи. Лесок там большой, небольшой был, в лесочке и сижу. Где-то в 12 часов ночи или чуть попозже, я не знаю, мама зовет. Они, говорит, уже уехали, иди домой. Ну, я вот с ведрами пришел домой. В деревню прибегает девочка с соседней деревни, вся в крови к своей тете. А она синица. И рассказывает, что там произошло, что всех забрали, расстреливали, значит, собранных, а у них пятеро детей и мама остались дома. И вот когда шли вот эти полицаи, бендеровцы, ну, мать, как обычно, думала, немцы там, яйца выносила, они ее тут же застрелили. Дети все, значит, на печку, она внизу оказалась, и они, значит, вот расстреливали, а ей только касательное ранение в руку, и вот она такая в крови прибежала и рассказала, что натворили фашисты. Высохнут слезы, утихнет боль и горе, но никогда, никогда в наших сердцах не погаснет ненависть, великая, священная ненависть к убийцам и палачам. На всю деревню нашелся один предатель. Вот. Тут же он, значит, вот эту повязку фашистскую одел, флаг над своей хатой повесил, значит, этот фашистский, ну и, значит, представлял немецкую власть. Ходил, значит, по дворам, собирал подать в пользу вот этой Германии. Ну и выпивший такой был, значит, Апанас его звали. Осенью, где-то в октябре месяце, он одного там мужчину плеткой ударил, второго. Они, значит, его затащили в колхозную баню и повесили. В конце мая партизаны сделали засаду в 5 километрах от этой деревни. Ну, и уничтожили, значит, фашистов, там 32 человека. И вот вместо того, чтобы искать, где эти партизаны, они начали сжечь деревни и сжечь людей. Врываются чужие ненавидцы, охотятся за людьми, хладнокровно, методично. У нас мужчины, которые там остались за большим болотом, значит, изгороди сделали, шалаши там, значит, и организовали там дежурство, если будут ехать, чтобы оповестить, и кто убежал. И в 4 часа тут, значит, стук отец, убегай, едут. Ну, на мотоциклах они заскочили, а там, чтобы в лес попасть, надо через поле перевыкнуть. Ну, женщины убегают, а мне те, кто воевал во время гражданской войны, говорили, если пулемет будет стрелять, ползи. Ну, а я ползу. Речушка Добосная, коряга такая большая. И в этой коряге сидел до тех пор, пока они не сожгли
взять полностью деревню. Нашествие Батыевых орд. Дети не знала Русь такой беды. Расстреляли, значит, всех, кто попадался. Вот. И вечером уже только котики бегают, собачки оставшиеся, которых они не смогли расстрелять, и трубы. Как в отечественные 12-го года, как в гражданские земли, деревни. К партизанским вожакам, оставленным партией во вражеском тылу. Нас приняли в партизанский отряд с испытательным сроком. Я физически сильный мальчишка был и умственно развитый. Вот то же самое взяли и выполнял поручения, которые давал командир. Я привык выполнять поручения, которые давались, и безукоризненно. Пока у немцев между Бобруйском и Могилевым была воздушная связь, давали кусачики, я на стол залазил, перекусывал это все, вот, и, значит, докладывал, ну, пока они там найдут, и все, связи нет. Там, где гарнизон, ну, посмотреть, что за гарнизон, сколько там их, где чего, потому что надо отрядом знать, с кем воевать. Выйти к железной дороге под видом сбора грибов и посмотреть, есть ли патрули, есть ли там сторожевые собаки. А в случае чего, ну, вроде мальчишка собирает грибы, все у меня было в корзинке. Ну и всегда знал, где болото, потому что если собака, то только болото спасало, потому что она уже, как зайдешь в воду, дальше след не брала. Было трудно с солью. Вот задача была посмотреть, когда они в свои гарнизоны подвозят соль, по какому маршруту. Вот выходишь, караулишь, а потом сообщаешь, что поехали, ну, везут там, значит, тут отряд делал засаду, отбивал эту соль и, значит, жили вот такие вещи. Генерал-фельдмаршал Клюге докладывал генштабу одесских партизан. Я вынужден со всей серьезностью указать на всю опасность сложившейся обстановки. Каждый день где-то горело, где-то стреляли, где кого-то убивали, кого-то, значит, увозили. Что мы добывали? Весной сеяли, засевали все поляны в лесу, грибы, ягоды, это сушили, коровок держали для раненых, для всего, кормили, поили в отряде, спасали их, как есть. У нас лошадка была, так она за 3 километра слышала. Если остановилась, значит, впереди уже дух этот немецкий. То есть уже к этому делу привыкли. Конечно, нужны фронты, но в партизанских лесах тоже настоящая война. Когда блокада, то вместе, пока бывали патроны, силы, отряд сопротивлялся, а потом, если не было, командир давал команду разойтись по мелким группам, сбор в такое-то время там-то, и спасались уже кто как может. Борьба за жизнь, за выживание – это заложено. Вот. Ну, это ж в горячке, это ж понимаешь, если не ты его, так он тебя. Когда они поднимали руки, муттер, значит, киндер, вот тогда мы уже не стреляли в них. Когда он поднимал заблаговременно руки, все, а когда он против тебя, так какая разница? Это, он же враг.
Последняя серьезная вот эта блокада была 17-18 марта 1944 года. Вот они сняли с фронта дивизию. Вот эти рамы страшные для нас было. Они фотографировали все. Вот и потом передавали. Вот мы спаслись с трудом вот, во время этой последней блокады. Они были грозой для захватчиков. Народные мстители всюду сеяли панику. Уничтожали гитлеровцев и их пособников, предателей Родины. Июня мы соединились с войсками 2-го Белорусского фронта, 3-я ударная армия, командующий был Горбатов. Горбатов, мощный командующий, после ранения с палкой ходил. И если ты плохо окопался, он по мягкому месту, шутя так. Это доходило даже до Сталина, тот говорил, ну, Горбатова могила исправит. Но это старый офицер, ну, его батей звали все равно, потому что он заботился. Вот, идет, смотрит, если голова выше бруствера, получишь. Если бы не было партизанщины, естественно, немцам было бы легче, и вот эта операция «Багратион» с таким бы успехом не закончилась. Белорусская наступательная операция «Багратион» – крупномасштабная наступательная операция Великой Отечественной войны. Время проведения – 23 июня, 29 августа 1944 года. С советской стороны в операции участвовали 1 200 000 человек, без учета тыловых частей. С немецкой стороны – 849 тысяч человек, включая вспомогательный персонал и тыловые части. В ходе операции была освобождена территория Беларуси, Восточной Польши, часть Прибалтики и практически полностью разгромлена германская группа армий «Центр». В целом на фронте в 1100 километров было достигнуто продвижение на глубину до 600 километров. Первое боевое крещение уже в составе вооруженных сил, это Бобруйская вот эта операция, там крупная группировка засела, и надо было, значит, ее уничтожить. Ну, мы в пехоте были. Вот артиллерия работает, все. Командир уже командует подготовиться к атаке. Ты должен идти вместе, если тебя автомат уже, автомат дали, что это, и вести огонь в сторону, чтобы противник не поднимал огонь. Немцы ведут сильный минометный огонь по высоте. Во время первой вот этой атаки я получил контузию. Скорее, это все миномет, потому что, я не знаю, вспышка в глазах, сразу падаешь, ну и на какое-то время теряется сознание. Было все лицо сожжено где-то месяца полтора. Повязка была, значит, накладывали, чтобы лицо восстановилось. Раненые и больные по выздоровлению направляются обратно в свои части. После того, как меня подлечили, учитывая, что у меня все-таки 7 классов, в противовоздушной обороне, там такой 13-й корпус, создавались новые радиолокационные станции для обнаружения самолетов на сотни километров. Вот меня, значит, немножко обучили и назначили вот в эту 264-ю отдельную батарею СОН, станция орудийной наводки, оператором передающей установки. Два зенитных полка работали с этой станцией и охраняли аэродромы полевые. Вместе с аэродромами мы передвигались, значит, на запад.
Каждое утро, если не было налета и не сидели мы на боевых постах, по очереди был утренний осмотр. Все снимали нательное белье, и санинструктор Иванова проходила и осматривала каждого подмышкой и ниже, чтобы не было ничего наподобие вшей или там, значит, блохи появлялись. И это было в любой день, когда не было боевых действий. Это вошло в систему, и я не знаю ни одного, так сказать, случая, когда это возможно было, чтобы не было этого осмотра, чтобы, значит, наша санинструктор не поинтересовалась, не проверила, пострижен ли ты. И это все обосновано, потому что немцы специально вот, значит, азаричи тут создавали вот этот цепной тиф, но это все немецкое, значит, бактериологическое оружие. Со жгучей ненавистью в сердце мы вступаем на территорию ненавистного врага, чтобы добить раненого немецкого зверя в его собственной берлоге. 15 октября я уже был в Восточной Пруссии. Огонь! Возмездие обрушилось на Германию. Удивила архитектура, то, что не разбито, то, что осталось. Удивило то, что они вот кланялись, вот женщины эти немецкие, впечатления, что они понимали, что натворили их мужья, может быть, дети. Они уже понимали, и уже Гитлер капут, и никаких гвоздей. То есть подавленность первая вот этих побежденных и их, так сказать, прояснение, что они виноваты в этом. Не просто вот вошли оккупанты советские, а что это победители, которые защищали свою родину и, понеся большие потери, победили. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Командир батареи собрал и всем объявил о том, что акт капитуляции подписан. Георгий Константинович Жуков подписал этот акт по поручению правительства. Германия полностью капитулировала. Но это вообще неописуемо. Это рассказывать невозможно. Это чувство у каждого такое, и оно все сливалось воедино. И поэтому рассказать даже это трудно. Это надо быть или философом, или обманщиком. Ну, радость была, ну, безмерная, потому что, ну, чувствовали, что, ну, хватит уже, хватит этих страданий, хватит мучений, хватит убийств. Война – это величайшее бедствие, величайшим. Более страшного бедствия быть не может. Это бедствие не только для тех, кто в окопах сидит. Это для детей, для всего поколения. Вот. Это страшное дело. Она до сих пор иногда снится, значит, в ужасе просыпаешься.